один биткоин лучшему проекту, который сделает что-нибудь прикольное на блокчейне голоса. Вот. Очень понравилась идея про импортеры из WordPress Medium. Вариантов на самом деле много. Можно взять готовый веб-клиент, он на реакторе это все сделан, модифицировать его и сделать из него, например, децентрализованный Twitter, Instagram, децентрализованный торрент-трекер. То есть идей куча. Хотите, делайте. Есть вот такая вот плюшка, даем. И я сразу же представил свой проект. Вот, ну, просто раз вышел. Мы хотим сделать конструктор блогов при помощи блокчейна голос. То есть там идея возникла. Ну, 18 числа запустились и уже увидели спрос на некую библиотеку, инструмент, который позволит владельцу блога или какого-то медийно-новостного сайта взять, выбрать авторов, либо теги, которые он хотел бы отображать именно на своем сайте, и сделать так, чтобы ему было очень просто и легко это приложение настроить и вывести в продуктив. У нас есть, в принципе, потенциальный клиент, Толик из Форклога, да, он проявлял интерес. Толик, ты тут? Нет. Ну, он был тут. Вот. И мы будем биться за то, чтобы ему, собственно говоря, наше решение понравилось. Стек на бэкэнде — это блокчейн голос Graphene, на фронтенде React, Redux, JavaScript. И, собственно говоря, все у нас в команде. Да, у нас в команде есть я, Леша, Румин, это бэкэнд, Валера, Литвин, это как бы все. Потом есть Виталик, он нам поможет тестить. Наверное, было бы круто, если бы еще фронтендер к нам какой-нибудь присоединился. Вообще было бы, наверное, очень красиво. Спасибо огромное, аплодисменты.